В Славянском районе ведется строительство сразу нескольких важных социальных объектов. Центра единоборств на городском стадионе, нового детского сада в Северном парке, спортивные площадки около Олимпийца. Кроме этого, проводится большой объем работ по капремонту уже существующих соцучреждений. Детский сад номер 30 в хуторе Сербин Маевского сельского поселения был построен в 1967 году. За свою более чем полувековую историю здание пришло в аварийное состояние, поэтому районной администрацией было принято решение закрыть его на капитальный ремонт. Дети были направлены в другие образовательные учреждения. На сегодняшний день основной объем ремонтных работ уже выполнен. Укреплен фундамент, проведена стяжка стен и утеплен потолок. Следующим этапом будет косметический ремонт внутренних помещений и благоустройство двора. Было обращение жителей по восстановлению садика. Значит, на сегодняшний день мы осмотрели со специалистами объект. Хочу сказать, что много работы сделано благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева, потому что деньги краевые используются. Мы благоустроим двор, завершим работы, и поставлена задача сегодня всем специалистам, что 15 января дети наши пошли в детский сад. Поэтому надеюсь, что и строители нас не подведут, и сами мы справимся с поставленной задачей. И отремонтируем садик, в котором нуждаются 69 деток ходит. Мы обязаны эту работу быстро выполнить. Администрация района всегда работает на долгосрочную перспективу. Поэтому помимо проведенного ремонта было принято решение о строительстве дополнительной пристройки к садику. По поручению главы муниципалитета Романа Синеговского начата работа по подготовке проекта нового корпуса садика на 60 мест для дальнейшего вступления в краевую программу.